Друзья, всем привет! С вами Леся. И сегодня я хочу вам показать подарок, который подарил мне муж на Новый год. Сегодня 31 декабря, и именно ночью мы, пока ребеночек спал, положили все подарки, чтобы у нее был вот этот вот элемент, которого она очень хотела, что она просыпается, смотрит и под елочкой подарки. Ну, конечно же, мы не только детские подарки положили, но и те подарки, которые мы приготовили для друг друга, собственно. Я мужу положила, муж мне. И я считаю, даже так круто, целый день уже с 31 числа. Отличное настроение, какое-то такое праздничное уже, да. Ну, а первого как бы уже спать будет хотеться, смысл там как-то с подарками уже возиться, если можно с самого утра поднимать себе настроение, ну как-то так. Муж меня спрашивал, хочу ли я сюрприз, чтобы он мне сам подарок выбирал, либо же он мне предоставит право выбора, потому что он знает, что я люблю делать заказы по акциям, с подарками, чтобы все щедро, круто. И он спросил, может, я что-то хочу именно конкретное, ну, чтобы я сама заказала себе. И да, я хотела, и я решила, что я как бы сама выберу то, что он мне подарит. И это был заказ от Джорджа Армани. Я заказала себе две хотелки, применила супер промокод на супер подарки, и здесь все так совпало, что просто вау. Ну что ж, давайте предисловие закончим, и я вам покажу, собственно, именно что я хотела. Я хотела себе две помады от Armani. Сейчас я стараюсь как-то обдуманно, особенно покупки помад, делать, потому что это продукт дорогой, долгоиграющий, и чтобы он реально работал на мне. Я сейчас в основном на фиолетовые оттенки перешла. Не в основном, а реально все они у меня с фиолетовым подтоном. Их практически не осталось, потому что я прям конкретно свернула на фиолетовую сторону, и, собственно, нужно что-то было купить. У меня были две хотелки от Armani. Конкретно это у меня серия «Стойкая помада для губ Lip Power» и оттеночек 506 Brow. Вот такая вот помада. Я ее не тестировала, я ее не свочила. Сейчас мы вместе с вами это сделаем. Очень ее хотела. Помады, они шли по одной стоимости. Каждая помада 2801 рубль. Такая вот красивая, такая классическая люксовая упаковка в стиле Armani. Ну и, собственно, сама помада. Такой вот цвет. Это не гелевые помады, не что-то такое, просто в подобном вот формате. Я не очень люблю такие форматы странные, но очень хотела этот оттенок. Буду надеяться, что будет все удачно и удобно. Ой, какая красота! Обалдеть! Смотрите, какая красивая, она такая яркая, сочная. Все, как я люблю, все, как я хотела. Она идет с фиолетовым подтоном, но также она как бы розово-фиолетовая. Очень красивая. Класс. Никаких классических цветов. Так, это я очень рада. Вот такая вот помада. Видите, она как сатиновая идет такая, не матовая. Следующая помада у меня в оттеночке 506 Махарадж. Это уже идет матовая помада Rouge d'Armani Matte. Кстати, у всех помад вообще у всего отличные сроки годности. Это я прям очень-очень рада. Так, здесь 4 грамма, здесь побольше. У меня, кстати, когда-то была помада из этой серии, но я очень-очень промахнулась с оттенком и особо ей не попользовалась. Это я точно знаю. Так, тоже вот такая вот упаковка, но здесь уже классический такой стик. Здесь помада матовая. Я обожаю матовые помады. Что тут говорить?
Смотрите, они в одном таком духе, да, то есть это матовая уже идет. У них же, смотрите, одинаковые оттенки, видите, здесь 506 и здесь 506, просто у них разная текстура, и за счет того, что махарадж матовая, у нее более насыщенный такой цвет, более как бы интенсивный, а у сатиновой он немножко помягче. Но по сути, смотрите, я только сейчас заметила, что это оттенок-то один и тот же, просто он с разной текстурой. Но при этом он все равно смотрится по-разному. Матовая она более такая интенсивная, а сатиновая она немножко как помягче смотрится. В общем, по-разному смотрится, но только сейчас до меня дошло, что это все 506 оттенок, но с разными текстурами. Ну, за счет этого, конечно, они будут смотреться по-разному. Оттенок супер красивый, оттенок 100% мой. Это фиолетовый, это с розовым подтоном. Все, как я люблю. Я очень-очень рада, что у меня появились вот эти вот обновки помадные. Я их хотела, чему безумно-безумно рада. Кстати, вот сатиновая, она ближе к розовому смотрится за счет, наверное, своей текстуры, а матовая, она ближе к фиолетовому. Ну, по сути, это оба 506 оттенка. Я такая интересная. Ну ладно, все равно рада, все равно они смотрятся по-разному. Но вот такой есть нюанс. Причем оттенок 506, но название помад разные. Так, и подарки. Я применила промокод, и мне просто мириада подарков посыпалась. Начнем с самого крупногабаритного. Ребеночек не устоял, тоже захотел своей куколкой порадоваться. Ну, ладно. Одним из подарочков. И самый крупногабаритный подарок это Аква ди Джоя полноразмерный парфюм 30 миллилитров. Кто меня смотрит, да, какое-то время, не пропускает мои видео, знают, что я этот аромат хотела. Я как-то потестировала, ну, фиалку, да, и мне он так запал в душу, но я сомневалась, потому что это все-таки аква, это что-то водное, а я любитель чего-то цветочного. И я вот это все время, достаточно долго, года полтора, даже нет, два, я вот сомневалась, заказывать, не заказывать, заказывать, не заказывать. И вот эти вот меня сомнения мучили, мучили, в итоге я так и не заказала. Но при этом, когда я увидела, что есть такая акция, там были другие промокоды, я решила, что это все мой шанс получить эту парфюмерную воду и решить для себя, мое или не мое. Да, тем более, как бы это бесплатно идет, а я не буду тратить там 4000 рублей, не так обидно, если не подойдет. Но в то же время я удовлетворю свое любопытство. И, собственно, вот она моя, эта парфюмерная вода. И, честно, я вам скажу, что я рада, что я не купила, потому что, ну, все-таки, во-первых, я уже потестировала молочко, которое мне не подошло, но, кстати, имеет намного более интенсивный и химозный аромат, чем водичка. Очень-очень, я бы сказала, гипертрофированный, не такой, как вода. Поэтому парфюм, да, не такой, как парфюм, поэтому как бы я уже потестировала молочко, уже все поставила в крест на этой водичке, но на самом деле, да, она, девочки, она реально свежая. Кто-то скажет, но свежие же ароматы, это так легко, это так, что я держу, не показываю, вот 30 миллилитров, это так легко, это так, ну, ненавязчиво. На самом деле для нас с мужем свежие ароматы, они идут как самые тяжелые. И нам как бы тяжело их воспринимать, сразу как отторжение такое идет. Действительно, это аромат свежий. Он свежий.
И когда его наносишь, я вообще сразу слышу мяту, даже, может, ментол. Вот раньше, я не помню такого, мне казалось, что я слышу больше какие-то цветы, что-то, может, фруктовое. Нет, сейчас я им на его наношу и слышу мяту, ментоловое что-то такое. Дальше это, конечно, идет водная нотка. Это реально свежий аромат. И, честно говоря, я вот его нанесла на себя, и вот для того, чтобы определиться, он останется со мной, не останется, потому что коробка можно... Девчонки, он свежий. Ну вот это свежий аромат. Я очень рада, что я его не купила, но при этом я рада, что я применила этот промокод, и я поучаствовала в этой акции, и я теперь могу понимать, что я сделала так, а что не так, так, что я его не купила. Была бы это моя большая ошибка. Это свежий аромат, поэтому как бы я его вам сейчас показываю, но он со мной не останется, я его подарю, поэтому у меня он больше фигурировать не будет. Конечно, это аромат 100% не мой, не знаю, как так получилось, что тогда я была им поражена с первого пшика, сейчас этого не произошло. Поэтому, ну вот, как-то так. Ладно, это не все подарки. Здесь также была по промокоду, да, этому шла вот такая вот миниатюрка, новинка от My Way, 7 мл Intense. Вот это мое. Почему, не знаю, почему девчонки некоторые, я видела, что они сравнивали классический интенс и вот этот, и говорили, что они не похожи или еще что-то. Может, это тот, кто не имел интенса. Я очень много фиолок интенса перепшикала, много. У меня также было два формата по 15 миллилитров. Я могу сказать, что этот аромат My Way входит в топ-5 моих любимых ароматов. Я хочу еще купить либо получить в подарок этот аромат. Я его обожаю. И когда я попробовала My Way Intense, я поняла, что я бы купила My Way Intense, потому что он как-то чище и звонче звучит. Это тот же My Way, но более чистый и более звонкий. Я бы так сказала. Цветочный, жасминовый, но я его слышу как bubblegum. Ну вот почему-то так. Потрясающий аромат. Это именно то, что 100% мое. Я это сразу слышу, у меня сразу идут мурашки по коже, поэтому да, я рада этой миниатюрки. Далее по промокоду шла в 400 оттенке помада, миниатюра помады или Power. Это вот такая вот. И сроки годности просто шикарные. Парфюма вообще до 26 года, у всей декоративки до 24. Вот такая вот помада. Девчонки, с вашего позволения, свочить я ее не буду, потому что это классический такой красный оттенок, немножко уходящий в томатный. Я ее подарю, потому что я классическими оттенками, красными оттенками не пользуюсь. Они как бы для меня слишком скучные. Ну, я не люблю классику. Вы видите, что я люблю, что мое. Вот, это просто вау. Я такая счастливая. Эти помады просто супер моя хотелка. Поэтому помаду, как и духи, вы уже у меня не увидите. Я их отложу на полочку под кодовым названием «Подарить». И все. Далее, что еще шло по промокоду? Также по этому промокоду, понимаете, все идет у нас миниатюра туши. Это Kiehl. С большим удовольствием ей буду пользоваться. Смотрите, какая классная тушь. Кстати, очень даже приличный объемчик. Здесь 2 миллилитра. С большим удовольствием. У Armani классные туши. Буду пользоваться ей. Очень-очень рада. И это еще не все. Далее по промокоду идет у нас подарок монетница. Вот в таком вот красивом чехольчике. Вот такая вот красная монетница. Она небольшая, такая вот косметичка из интересного материала. Так, буду пользоваться, даже уже не знаю, куда примастить. Так, ну и все, по промокоду закончились подарки.
Также вложили, опять же, фиолочку, пробирочку моего Intense, которую при огромнейшем удовольствии использую. И еще вложили Си, вот такой вот парфюм. Я вот хочу его нанести, потому что с красным сипаешь, у нас вообще не сложилась дружба. От слова совсем, я его расхламила. Хочу вот этот потестировать. Тут он маленький, я думаю, уйдет у меня, в принципе, достаточно быстро. И я как бы пойму для себя, нужно мне это, например, или не нужно. Ну, такой сладкий аромат, не думаю, что мое. Ну, в общем, пробирочку мы эту, наверное, используем. Ну, Intense — это просто 100% мое, это просто отвал башки. Так, это подарок от Armani, но также был еще сладенький подарок. Я просила у мужа, хочу еще сладкий подарок. И этот подарок из магазина «Подружка». Там, сейчас я вам его покажу. Ну и, собственно, у меня была наводка для мужа, что я хочу в таких вот баночках вкусняшки. Уже я пробовала с миндалем, пробовала с... забыла орех. В общем, с двумя орехами я пробовала, показывала их вам в продуктовых покупках. Миндаль он мне купил, это уже третий раз он у меня будет. Потрясающая вкусняшка. Очень-очень ее люблю, просто не могу оторваться. И такой вот, это курага в бархатной какао-пудре. Абрикос сушеный, цельный, без косточки в глазури. А здесь миндаль, обжаренный в глазури, в какао-пудре. Такие вот интересные вкусняшки, такое я уже ела. Съем еще раз. Далее муж мне вот такую вот вкусняшку купил, Джейми Пай с цитрусом. Я люблю с цитрусом, с апельсином. Почему в «Подружке», не в обычных магазинах? Ну, потому что я не ем как бы такие сладости обычные. Я предпочитаю что-то вот такое вот, типа, ближе к правильному, ближе к веганскому, потому что у них другие составы, они не такие сладкие. В общем, мне нравится. Не потому что я там зожник или еще, просто мне нравится по вкусу. Далее муж вот такое вот мне взял. Печенье с клубничной пропиткой. Я тоже люблю клубничные всякие штучки. И взял вот такую вот упаковочку Криспи. Вообще Криспи люблю, надеюсь, что будет вкусно. Так что вот такие вот подарочки сладкие. И посмотрите, какая красота. Я счастлива. Сладкий и не очень, который мне подарил муж. Хотелось с вами поделиться своим счастьем. Всем большое спасибо за просмотр. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Всех вам благ и отличного настроения, ну и супер классных подарков. Всем пока-пока!